вчера с Юкой Кавагучи, Александром Смирновым мы обсуждали некоторые досадные ошибки во вчерашней программе, да, но сегодня произошло нечто большее. С четверного выброса упала Юка. Ребята, расскажите, почему остановились вообще, почему так произошло и о чем разговаривали с судьями? Вообще никогда такого даже на тренировках происходило, если мы падаем или срываем просто этот элемент, едем дальше. Но пару раз было такое, что очень, наверное, старая, да, травма какая-то. У Юки немного побаливает плечо левое. Мы стараемся все элементы, задействующие это плечо, исключить. Вот, ну, тут немножечко не получилось, неудачно упало. Поехали дальше, и я заметил, что рукой не двигает. Попросился, ну, мы имеем право остановить программу, если происходит либо травма, либо поломка инвентаря на 2 минуты. Юка, ну вот предварительно ты можешь сказать, что у тебя с плечом? То есть это какой-то сильный ушиб или что-то более серьезное, или все более-менее же нормально? Ну, это более-менее нормально, только еще немножко больно, но это не ушиб. Не, я не ударила, но чуть-чуть выпнула, я не знаю. Сейчас будете наблюдать за следующими парами или срочно пойдете куда-то в медпункт? Я, наверное, Юку отправлю, вот, если она, конечно, согласится, потому что, ну, я хотел бы, да, посмотреть ребят, ну, как раз последние сейчас пойдут, очень интересно, упорная борьба. Я благодарю, что зрители поддерживают, спасибо. Спасибо, Дарья. Да, мы вас тоже поддерживаем. Больше не падайте, будем за вас болеть. Спасибо.